Специальная транспортная служба работает не только в Волгограде, а также в Волжском и Михайловке, Котовском, Камышинском, Жирновском, Урюпинском, Суровикинском и Городищенском районах. После подачи заявки маломобильных граждан довезут до социально значимых объектов, например, в поликлинику и обратно на специально оборудованном транспорте. Услугами социального такси могут пользоваться инвалиды 1, 2, 3 групп с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дети-инвалиды с сопровождающими. Каждый автомобиль оборудован подъемником, специальными креплениями, кондиционером и отоплением. Водители в обязательном порядке проходят курсы по оказанию первой помощи.